Всем привет, с вами Алексей Ивановский, и сегодня я буду показывать мои изделия из сталкера. Не судите строго, ведь мои изделия это не как из игры сталкер, просто такое сделал. Если были вот такие вот мини-локации. Ну, короче, погнали. Моя первая локация – это просто такая маленькая полянка. Здесь есть цветок, который немножко подрос. Цветок, который уже на стебельке. И также есть полный цветок. Также есть маленький кустик. Вот. И небольшое деревце. В принципе, нормально для первой постройки. Также... Повторяю, что эти локации не из игры Сталкер просто. Эту локацию я назвал поляна. Следующая локация это тоже у нас поляна. Но уже более большая. Здесь есть гриб. Также здесь есть вот такая вот. Такое вот деревце или коряга. Ну, я думаю, что-то такое, такая коряга. Здесь у нас есть такая вершина. Ну, в принципе, ничего обычного. Также здесь есть росток, мухомор, также трава. В принципе, здесь ничего необычного так нету. Но вот про постройку, которую я сделал, конечно, это прям вообще. Вот она. Эту постройку я назвал тропа. Она ведет в сам город. Город и дорогу в город я пока что не построил. Но вот это вот тропа. Здесь есть фонарь, который у нас... Вот он. На нем также проросли листья. Также здесь есть такое небольшое деревце. Вот оно. Небольшое деревце. И также большое дерево. Здесь есть трава. Ой. Также здесь есть камешки, трава, такая засохшая трава. Также здесь есть кусты, еще трава, также есть цветок. Но больше всего, чего мне нравится, это тропа, как я ее сделал. Типа идет, и вся в зарос. Вот это маленькие ростки. Короче, круто все. Ведет она в город. Теперь я покажу все три постройки мои. Вот все мои три постройки. Я думаю, что если под этим видео наберется, давайте так, 30 лайков, то я выпущу продолжение. Про такие мини... мини-изделия. Я вас не выпрашиваю прям лайкать, ставить, подписываться. Просто если захотите продолжение увидеть, то поставьте. Я думаю, что я выпущу следующее видео. Оно будет про героев, про сталкеров, как я сделаю их из лего и поставлю на эти вот маленькие мои изделия, территории. Подписывайтесь на канал Ментес Плюс, Даник Ивановский, на мой канал Алексей Ивановский. Всем удачи, всем пока.